Камашеньки, шо вы, блядь, такие попадаетесь, сука, ёбаный в рот. А, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами я, Никитос, и сегодня мы будем разоблачать мошенников. Мошенников, которые наживаются на налогах и на людях тоже. Понимаете? Да, это так и есть. Ну да ладно, чё это я просто развел. Короче, я сегодня нашел одно видео от одного мошенника с ником Лидер ТВ. Нет, это не Денис Лидер ТВ, это просто мошенник подписал Лидер ТВ, который просто решил то ли, не знаю, то ли подвести Дениса Лидер ТВ или так. Ну да ладно, хер бы с ним. Короче, вот оно то видео. И даже здесь написано «Обучение, как вернуть НДС на свою карту законно и безопасно». Ой, блядь, мошенники, что потом умудрили. Даже они, вот смотрите, ссылку здесь оставили, чтобы какой-нибудь там школьник или же просто лошара какой-нибудь появился и все, пиздец. Ладно, давайте посмотрим этот видос. Во-первых, НДС, налог дополнительной стоимости, такого не существует. Есть вот налог на добавленную стоимость, НДС. Вот, все же даже написано там. А вот если, например, вернуть налог на какую-нибудь там, ну, понимаете, о чем я сказал. Вот, есть налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Вот, НДС, оригинал как бы. А здесь мошенники просто обзывают его налогом дополнительной стоимости. Вот ебаный в рот, а. Ну да ладно, смотрим дальше. Прям до конца, ебать. Вот, и здесь видео показано по новостям, что какая-то ведущая говорит про систему Tax-Free. Я, конечно, про Tax-Free ничего не нашел, да и хуй бы с ним. Ладно, давайте посмотрим, что это они тут накорябли какой-то сайт. Так, заходим. О, загрузка пошла. О, Центр финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств. ЕКЦ-Э. ЦФЗ в НДС. Совершенно другой сайт. Наверное, мошенники просто накорябали другой сайт. Вот, вы уже получили компенсацию. Получить компенсацию НДС до 12 до 300 тысяч рублей. Ёбаный в рот, блять. Ну да ладно. Сейчас, смотрите, они даже накорябали завтрашний день, как говорил Виталий Кличко. Так, ну видно, что здесь сайт просто какой-то одностраничник. Здесь видны фейковые комменты, то есть фейковые отзывы. Лучше не вестись туда. Ладно. Давайте-ка просто проверим, как это работает. Эти самые. Вот так сделаю. Проверить свою компенсацию. Вот. Устанавливаю защитное соединение. Это типа просто так загрузка идет. А на самом деле это просто по скрипту идет. Защитное соединение установлено успешно. Так. Ох, сейчас мы на деньги накорябаем, ебаный в рот. Ну, на самом деле, я просто показываю вам своим подписчикам, чтобы потом не ввелись на холохотрон. Полезный ролик, как бы, я делаю, да. Ради вас, подписчики мои. Мне ни для чего не жалко. Вот, смотрите, что это. А, нихуя себе. Найдена компенсация 28 121 рубль, 22 копейки. Ну, это на, как бы, на самом деле по скрипту это идет. Я просто код искал. Ну, вы знаете, почему я. Вот так вот, такие дела. О, еще один желтая хуюшка. О, 19 243 уже идет. Тоже 47 365 16. Красота, блядь. Просто по скрипту идет. В общем, как-то так. Ой, ну и чё? О, уже красный уже пошло. Вы посмотрите, ребята.
44 560. О, блин, уже добавилась уже сумма. 91 925. Долгое, в принципе, видео будет, ну да ладно. Проверим из 40, блин. Так. Ну, вроде, я думаю, долго будет. Давайте просто проверю вам, как это работает. Так. Ой, блин, а может, не проверю, да ладно, фиг с ним. Вы так знаете, что это по скрипту идет. О, ой, ё-моё, сколько уже, блин, добавилось. 117 359 98 копеек. Ну, то есть рублей наших. Ладно, подождите секунду. Сейчас это просто пропущу. Что ж, ребята, в общем, пропустил. Ну, где-то на 70% идет проверено. И смотрите, нам уже начислили, нам уже 210 363 рубля. Ой, блядь, 210 300. Блин, я уже забыл, как там. Тысяч, да? Тупая башка уже, блядь. Надо реферату написать. Про... Что ты фигню всякую базарил? Ой-ой-ой-ой-ой. Все, понеслась уже. 43 130. Так. Ну, сейчас нам итог будет. Уже зелененькая пошла, смотрите. О! О, смотрите, что нам в итоге. 210 120 нам начислили. Связаться с юристом. Давайте-ка проверим. Идет поиск свободного юриста. Ожидайте. Ну, ждем. О! Валентина Пермякова. Ведущий юрист комитета выплат. Сейчас, типа, ну, что-то... Вот, нам дали даже что-то понаписать там. Ну, долго ты будешь писать-то, ёбаный ты в рот. Здравствуйте, меня зовут Валентина, я юрист к Центру компенсации НДС. Скажите ранее, вы получали денежную выплату на нашем сайте, или вы пользуетесь впервые? А мы напишем так. Нет. Нет. Типа нет. Но на самом деле это просто по скрипту идет. Я как написал? Нет. Ну типа так, типа под дурачка косим. Так, ну что дальше? Сейчас что, нам деньги нам будут выдавать или как? У меня есть часть ваших данных, которые вы указали при поиске своей компенсации. Я сейчас поищу вашу анкету, и это займет не более минуты. Даже если что-то, ребята, напишем, то это она по скрипту идет. Ибо, как вы знаете, мошенники, это как бы... Они любят по скрипту это все делать. Ну, вы понимаете, о чем это я. Ну ты долго ты там будешь? Пиздец. Сейчас мы просто выведем мошенников из строя. Просто на вот этот вот ЕКЦ в НДС записывают много роликов. Причем много блогеров записывают на такое. Да-да. Проверила. Я не нашла вашу анкету на вашей базе. Это значит, что вы получаете компенсацию. Впервые система сообщает, что к выплате вам полагается 270 120 рублей 70 копеек. Скажите мне, пожалуйста, кто такие суммы вам выдает? Да никто, в принципе. Перейти к заполнению анкет. Ну давайте. Эх, блять, давайте просто от балды это все наведу, ибо так надо. Ой. Так. Женский. Да. А, номер карты. Давайте это от балды напишу. Так надо. Блять, ебаный в рот. Извините, ошибка вышла. Так, о. Все. Сохранить и отправить анкету юристу. Идет отправка анкеты юристу. Просто я это от балды все это написал. Блять, ну не бывает такого, что вам выдает кто-то вам. Не, ребята, вам не выдает, никто вам не выдаст такую сумму, потому что, блять, вряд ли даже вам не выдаст такую сумму, потому что это не так. Вот, идите на работу, зарабатывайте, пиздец. Не доверяйте таким вот лохотронщикам. Блять, это я все записываю, а уже долго такая, хуй, ёб твою мать. Чтобы завершить оформление выплаты, вы
Мы с вами сейчас должны внести в вашу анкету единый реестр получателей компенсации с бюджета. Ёбаный в рот, я это все от балды написал, а она получила, блядь. Хуй ты в сраку, блядь, получила. Хотя, что это я рассказываю? Просто блогеру какому-то скрипту, блядь, который мошенники все это завезли. Пиздец. Все. Оплатить юридические услуги и регистрация анкеты. Давайте посмотрим, куда это ведет. Вот. Нам... О, видите какой шлюз? ecpayer.xyz. Это шлюз имеет к говношлюзу ePay. Смотрите, нам сколько нам будут выплачивать, выкачивать из нас бабло. Это 309 рублей. Но мы же знаем, что с такими лохотронами идет просто обычный пиздец. Ибо, как вы все знаете, если оплатить другую компенсацию, то идет надо, что надо выплатить еще одну какую-то фигню. И еще, и еще, и еще. Поэтому у вас уже идет кошелек до полного опустошения. Так что, ребята, не ведитесь. Я сам знаю, что это лохотрон, так что я здесь выплачивать здесь не буду. Так что... Вы меня поняли. А что сделать с такими видео? Это просто нажать на пожаловаться. Вот, пожаловаться. Спам и введение заблуждения. Мошенничество. Нарушение касается ссылок в описании видео. Вот, далее. И все, просто напишите там какую-нибудь там какую-нибудь жалобу, и все. И просто пожалуйтесь на этот видос, и все. И не верьте никаким людям, которые вам выдадут огромную сумму. Так что, с вами был Никитос, пока!